Меня спрашивают: «Садхгуру, как вам удается работать со всеми этими людьми? Вам задают столько ужасных вопросов, делают то, это...» Я всегда отвечаю: «Моя жизнь не об этих людях, она обо мне. О том, какой я. Неважно, какие они, это их выбор. Но то, каким являюсь я, это мой выбор. Это мой путь. Что бы они ни делали, я буду таким. Потому что я никому никогда не давал права разозлить меня, вывести меня из себя, сделать меня счастливым или несчастным. Эти привилегии я оставил только для себя. Настало время и вам сделать то же самое. Разве это не рабство, когда кто-то решает за вас то, что происходит у вас внутри? Ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню.